так много фокусников. И если ты мечтаешь стать одним из них, начни с просмотра этого видео. Распиливаем человека, собираем цепи из платков и достаем вещи из пустой шляпы. Сегодня мы раскроем секреты самых эффектных, но простых фокусов, которые удивят тебя и твоих друзей. И вначале покажем интересный фокус с бумажной купюрой. Поджигаем купюру, аккуратно придерживая щипцами, сжигаем купюру дотла. Втираем магический пепел в запястье. Немного пепла втираем в кожу у уха. Барабанная дробь, и купюра, как по волшебству, появляется из ушной раковины. Чтобы трюк прошел на ура, укладываем купюру и сворачиваем ее рулоном. Крепим рулончик к указательному пальцу на двусторонний скотч. В согнутом положении ладони купюра остается незамеченной. Прикладываем руку к виску и незаметно разматываем купюру, якобы вынимая ее из уха. Для этого фокуса нам понадобится лента. Связываем ее кольцом. Набрасываем колечко на средний палец. Протягиваем ленту несколько раз и загибаем пальцы. Точным резким движением дергаем за кольцо. Лента проходит сквозь палец, но никаких следов проникновения на ней не остается. И с пальцами тоже все в порядке. Секрет в том, чтобы прижать пальцы к ладони. На самом деле лента не проходит сквозь палец, а скользит по нему сверху. Очень впечатляет. Современные телефоны оснащены миллионами разных функций. Но есть ли у твоего смартфона функция левитации? Вот наш волшебный телефон владеет ею в совершенстве. Для этого трюка нам понадобится резиновая присоска и накладной резиновый палец. Горячим пистолетом приклеиваем кончик пальца к присоске. Крепим присоску на заднюю панель телефона, демонстрируем зрителям пустые руки, а затем незаметно вставляем палец в тайную конструкцию. Режим полета активирован. А теперь интересный фокус с картами. Переворачиваем верхнюю карту рубашкой вниз, накрываем ее ладонью и произносим заклинание. Вуаля! Как по волшебству, карта растворяется в воздухе. Раскроем секрет таинственного исчезновения. Сдвигаем карту, нижней частью ладони отодвигаем к себе следующую по счету карту. Накрываем ею показанную карту и поднимаем руку. Вот и вся разгадка. Перед фокусником две картонные коробки. Просовываем в коробку руку, разрезаем руку пополам. Часть руки отделяется и почти сразу же начинает жить своей жизнью. Куда же ты? Вернись, мы должны быть вместе! Нам понадобятся две картонные коробки и канцелярский нож. Проделываем в коробках отверстие на одном уровне. Отверстие должно быть такого размера, чтобы в него проходила рука. В одну коробку засовываем свою руку, а во вторую в нужный момент помещает руку ассистент, которого мы прячем под столом. Эффект от фокуса будет просто потрясающим. А теперь покажем необычный фокус с платками. Буквально на мгновение подносим платки друг к другу, и совершенно загадочным образом они соединяются в цепь. Как такое возможно? Берем один из платков и два небольших магнита. Горячим пистолетом крепим магниты к краям платка. Один из концов завязываем в узел, соединяем магниты. В нужный момент разъединяем концы зеленого платка и подхватываем два других платка. Делать это нужно быстрым, отточенным движением, чтобы никто не заподозрил подвох. Ловкое движение рук и цепочка из платков готова. А сейчас тебя ждет фокус с ожившим лимоном. Кладем цитрус на стол и силой мысли заставляем его двигаться по столешнице. Как будто заколдованный лимон послушно выполняет любую прихоть иллюзиониста. Как такое может быть? Нам понадобится плоский браслет и нитки. Привязываем нитку к браслету. Кладем браслет на стол и накрываем его скатертью. А управляет лимонным движением ассистент, который ловко дергает за ниточки цитрусовую марионетку. На очереди трюк сценической магии, который заставит зрителя ужаснуться. Ты в курсе, что если распилить человека пополам, какое-то время он еще сможет разговаривать? Причем беседу он будет вести сам с собою. Такое возможно только на волшебной арене Трум-Трум Селект. Для этой иллюзии нам понадобится черная ширма с отверстиями на разных уровнях. Надеваем с подругой одинаковые толстовки и прячем за ширмой нужные части тела. Смотрится просто невероятно.
Для следующего фокуса нам понадобится лист фоамираны. Сворачиваем волшебный лист трубочкой, опускаем внутрь розовый шар, колдуем, вытаскиваем шарик, но он совсем другого цвета. Куда же делся розовый? Разворачиваем сверток, но внутри ничего нет. Чудеса! Нам понадобится два шарика разного цвета. Засовываем голубой шар в розовый, затем вытаскиваем спрятанный шарик, а розовый незаметно сбрасываем на коленки. Волшебная шляпа – самый важный атрибут профессионального фокусника. Ну, после волшебной палочки, конечно. Демонстрируем зрителям абсолютно пустую шляпу. Засовываем в нее руку и достаем яркий платок. И в придачу целую пригоршню ярких разноцветных помпонов. Разве это не волшебство? Для этого трюка нам понадобится черная шляпа. Измеряем ее диаметр и вырезаем из фетра овал нужного размера. Заполняем шляпу нужными предметами и вставляем второе дно. В нужный момент приподнимаем дно и радуем публику сюрпризами из шляпы. Жалко, живой кролик в такую шляпу не поместится. А мы опять сговорились с подругой и решили разыграть друзей забавной сценкой. Подруга делает вид, что слишком увлечена игрой на телефоне, и ей не до меня. Отлично. Время немного позабавиться. Достаем ножницы и отрезаем от ее шевелюры целую прядку волос. Как тебе твоя новая модельная стрижка? Ужас, что ты наделала? Фокус-покус, тру-ля-ля. Волосы телепортируются в неизвестном направлении. Не расстраивайся, мы их обязательно найдем. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Подруга ведет меня в ванную. Ну а зачем? Что мы собираемся здесь отыскать? Включаем воду. Та-дам! Твои волосы превратились в стильную челку водопроводного крана. И правда, ну как они здесь очутились? Подруга выглядит немного обескураженной. Еще бы, такой быстрой и странной пересадки волос она еще никогда не видела. Для этого фокуса нам понадобится искусственный шиньон. Крепим накладные волосы, а небольшую прядку волос сворачиваем колечком и помещаем в кран. Если открыть кран, волосы выпадут вместе со струей воды. Дело о пропаже волос можно считать закрытым. А для следующего фокуса нам понадобится ручка и платок. Накрываем ручку таким образом, чтобы колпачок упирался в центр платка. Перехватываем снаружи рукой, проталкиваем ручку через ткань. Делаем последнее усилие, ручка проходит сквозь ткань и появляется с другой стороны платка. Разворачиваем, платок остался целым и невредимым. Разгадка фокуса в том, чтобы в нужный момент отклонить ручку в сторону. Зажимаем ткань, обернув ее вокруг ручки. Проталкиваем ручку через кулак и создаем иллюзию прохождения через ткань. Очень эффектно. Предлагаем подруге поучаствовать в фокусе с шариками. Вручаем ей связку шаров и просим крепко держать их рукой. Связываем концы ниток, резко дергаем их в разные стороны. Нитка легко проходит сквозь шарики, и они остаются в руках, удивленные таким эффектом подруги. Нам понадобится 3 теннисных шарика. Протыкаем шарики насквозь, протягиваем через отверстие нитку. По такому же принципу продеваем нитку через пару других шариков. Цепляемся ниткой за нитку, прячем место соединения внутри шарика. Дергая за концы ниток, достаем их из разных сторон шариков. При правильной подготовке фокус получается всегда. Главное – действовать четко и уверенно. Продемонстрируем чудеса попадания в яблочко. Нам понадобится стеклянный кувшин с узким горлом. Устанавливаем на горлышко браслет. Сверху кладем небольшой магнит. Резко выдергиваем браслет. Магнит падает прямо на дно бутылки. Секрет в том, чтобы дергать очень резко, чтобы магнит не успел изменить траекторию. Трюк настолько прост, что с ним справится даже новичок. Надеемся, ты по достоинству оценил наши магические трюки и иллюзии. Напиши в комментарии, какой фокус удивил тебя больше всего. Ставь лайк, если тебе понравилось видео. Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы первым смотреть все самое новое и интересное на Трум-Трум Селект.